С комфортом теперь можно проехать еще по одной дороге в Нижегородской области. Центральную улицу Богородска отремонтировали. Работа на улице Ленина кипела с начала лета. За это время строители успели положить новый слой асфальта, сделать обочину и нанести разметку. Качество работы не вызвало у дорожной комиссии никаких нареканий. Это центральная улица города, по которой ежедневно двигаются сотни автомобилей. Привести ее в нормативное состояние было необходимо элементарно с точки зрения безопасности дорожного движения и пешеходов. Подрядчик был на объекте с 8 часов утра и до 8 часов вечера. Качество работ хорошее, нареканий нет. Замечаний подрядной организации не выявлено. Все работы произведены в рамках государственного контракта на ремонт покрытия. Работа, как я вам обещал, 1 июня была выполнена качественно и красиво. Подарили вот по горожанам красивую дорогу с гарантией. Вот то, что я обещал в начале ремонта.